Более 100 килограммов мальков, сазана и зеркального карпа выпустили в Волгу. Любители подводной охоты Волжска, Казани и Зеленодольска решили подарить жизнь любимой реке. Решили перенять опыт чувашских рыбаков, любителей, подводных охотников с зарыблением Волги. Тоже целый год собирали средства на это, на закупку малька. С каждым годом рыба в реке становится все меньше. Если раньше улов считали мешками, то сейчас поштучно, утверждают активисты. Чтобы изменить ситуацию в течение года, дайверы собирали средства на зарыбление Волги. В итоге удалось собрать около 20 тысяч рублей. Просто рад то, что, во-первых, собрались как взрослые люди, так и дети. То, что это мероприятие само по себе показывает того, что, это делается для природы. Приучаем детей к этому, чтобы они с малых лет относились к природе с пониманием, с уважением. Выпускать мальков дайверы и любители подводной рыбалки пришли целыми семьями. Мероприятие пришлось по душе и самым юным участникам акции. Я сама выпускала рыбку. Уже в следующем году эти мальки смогут вырасти весом от 800 граммов до 1,5 килограммов. Акцию по зарыблению реки активисты планируют сделать ежегодной. Егор Самойлов, Лилия Григорьева, Антон Макаревич, Евгений Бережной, Волжск, 24.